Не дошла. Помощь, которую власти оказали детям-инвалидам, перехватили здоровые и наглые нарушители. Осенью этого года мы рассказывали вам о ситуации, которая сложилась в единственном в Нижнем Новгороде реабилитационном центре для детей на Большой Печорской. Парковочных мест около центра просто не было, и пока родители отводили своих детей, многие из которых больны ДЦП или страдают другими нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата, их машины увозили эвакуаторщики. Ситуация возмутила многих нижегородцев, власти обещали подумать, и вот наконец-то выделили место для парковки для инвалидов. Но не так все просто. Мамам с детьми опять очень сложно парковаться, потому что большинство мест на парковке для инвалидов занимают здоровые и слишком расторопные автомобилисты. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. А вы знаете, здесь парковать машины нельзя. Здесь парковка для инвалидов. Вы видели знак? А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Знак стоит, да. Но они выходят и идут, вот, кто в спарт, кто идут в зубную стоматологию, кто вот напротив, там еще какая-то организация, да, оставляют машину и идут туда. Вы знаете, что здесь парковочные места для инвалидов? Нет, не знаю, знаков не видел. Вы знаете, что здесь места для инвалидов? Где? Парковочные. Вот эти места. А где вы знаете, что места для инвалидов? Вон, надписи. А если новый знак, что ли? Да, вот смотрите, видите, вот высокий такой знак. Проблема была решена исключительно, значит, по решению департамента транспорта. И если бы мы не изыскали, скажем так, необходимые средства на установку знаков и всех других мер, да, то мы, наверное, ждали бы все-таки каких-то решений от стороны медицинского учреждения и неизвестно дождались бы. А вы знаете, что здесь парковаться нельзя? Здесь парковка для инвалидов. Девушка. Здесь места для инвалидов, вон знак стоит, видели? Да, видел. Вот. А почему паркуетесь? Просто ходим на реабилитацию сюда. Да. Вот. Но вот поэтому записалась на 8 часов утра. С надеждой, что в 8 часов утра я здесь найду парковочное место. А если вот сегодня приехали к 9, уже вот. Вот так вот. Если человек видит, что это место парковочное для инвалидов, то, конечно, ставить сюда нельзя. Видимо, штрафы не пугают. Ну, как-то так вот. Вот. Но я думаю, что будут парковочные места, разметки сделаны для со значком инвалида. Может быть, будет больше порядка. Кстати, как сообщили нам в ГИБДД, организовать постоянный пост на этом месте они не в силах. Эвакуировать с этой стоянки автомобили они также не могут, так как инвалиды не обязаны оборудовать свои машины спецзнаками. А значит, отличить автомобиль нарушителя от законно припаркованного просто невозможно. В общем, все остается на совести тех водителей, которые, занимая места инвалидов, сознательно лишают больных детей и их родителей возможности нормально посещать лечебные заведения.